Маршрутов станет больше, но ездить по ним будет дороже. Профильные чиновники рассказали об изменениях тарифов на проезд в общественном транспорте после Нового года. Окончательную стоимость проезда город утвердит только 20 декабря. Однако, по предварительным данным, спуститься в метро можно будет за 45 рублей, а прокатиться в автобусе или трамвае за 40. То есть в каждом случае прибавка составит 10 рублей. Подорожание чиновники объясняют изначально заниженными расценками. Из-за них сейчас предприятия недополучают доходы. Себестоимость перевозки одного пассажира за 9 месяцев текущего года в метрополитене составила 40 рублей 64 копейки, наземным электротранспортом 36 рублей 30 копеек, автобусным транспортом 35 рублей 48 копеек. Стоимость многоразовых билетов тоже вырастет, но меньше. К примеру, единый проездной для взрослых будет стоить 2900 рублей, в то время как сейчас за него просят 2690. Существующим 25 видам проездных специалисты хотят добавить еще 4. Детали сейчас прорабатываются. Кроме того, дополнительным утешением для пассажиров с Нового года должны стать 5 новых автобусных маршрутов на севере города.